Ну а мы продолжаем играть в Skyblock. Меня отвлекли этим. Как бы помягче сказать, не упоминая их матушку, разносчики картошки. Они предлагают мне начитерить картошку, короче. Я против. Дионикс против читов. Так, короче, чтоб без порнографии тут. А, какой ты страшный. Какой ты страшный. Генератор каблы. Из каблы. Мать твою. Ты такой жуткий. Ты такой фу. Так, все. Слава богам. Ау. Мои ноги. Не, брат. У меня есть плохое предчувствие, что если я сейчас помещу обсидиан, точнее, обсидиан, не дай бог, лаву вот там, то она немножко у меня может потухнуть, черт твоей матери. Поэтому я помещу ее вот здесь. Так, это не по плану. Это не по плану. И это не по плану. Потому что нужно было сделать не так. Потому что я туплю. Нужно было сделать вот так, вот так. Блин, меня смывает по какой-то причине. Ну, сойдет. Только работать оно должно было немножко не так. Я что-то я начудил. Да что такое? Да господи. Есть мнение, что я перепутал их местами. Есть мнение, что надо было лаву туда, а воду сюда. Тогда бы все прокатило. Ой, я давно не делал этого. Господи. Может, наоборот, вода здесь, а лава там. Тогда все хорошо. Тогда у меня, по идее... Ну да, тогда у меня, по идее, будет две каблы. Все логично. Просто кто-то слишком много тупит. Просто кому-то... Кому бы это? Кому бы это из присутствующих, интересно? Надо спать больше, чем 6 часов. Да ну блин. Так, короче. О, боже мой. Я 100 лет не строил каблогенераторы. Просто 100 лет. Ни годом больше, ни годом меньше. Вот 100 лет ровно. Дотекает оно вообще до сюда, интересно. Или я опять ощенячился? Что должно по-хорошему-то? Так, пошла, пошла. Ну, нет, нет. Твою мать. Твою мать. Мой нелюбимый процесс. Каблогенераторы перестали быть моим коньком? О, нет. Как же мне насрать? Да это то, что я не перевариваю, блин, в Майнкрафте, это вот генератор каблы. Даже если ты его строишь по-человечески, все равно это хрень какая-то полуглючная. Как ни крути. Так, я воду-то вообще убрал туда, да? Да. Я могу сделать автоматический генератор каблы, и то он будет полным барахлом. Потому что это генератор каблы. Потому что он сделан мной.
Ладно, перестроим генератор каблы. В другом мире в креативе. Тоже как вариант. Да, я думаю, мы сейчас по-быстрому переключимся, посмотрим. Я даже не буду... Где у меня тут, блин, тестовый-то мир? Вот он, тестовый мир. О, вот я вот это вот могу построить вам. Вон, спирали, блин, закрученные друг в друга лавой и водой наполненные. Вот это я могу, да. Вот, чтобы генератор каблы, не могу. Яму 200 на 200 хотите, выкопаю? Вообще, просто бревно вопрос. Хотите башню замострячу, офигенно огромную? Просто хотите? Хотите дом выкопаю руками, блин, в Майнкрафте? Так, это тоже легко. А вот чтобы, блин, каблогенератор сделать? Нет, не ко мне. Вы ошиблись адресом. Так, короче, мне нужно сделать... Мне нужно поместить лаву вот сюда. Давайте начнем с простого. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Так, где-то так, где-то лава должна быть вот тут. Ну, может, вот тут. Ладно. В принципе, не суть. Суть не здесь, суть в штаны. Так. Так, лава вытекает отсюда, течет вот здесь. Так, здесь должны быть коридоры в таком случае. Так, попадает она вот сюда. Вот сюда лава должна попадать в итоге. Так. Вот в эти вот блоки. И останавливается она так. Раз, два, три. Ну, может быть, табличкой. Может быть, естественным путем. Че, течешь лава, давай. Течет ручей, бяжет ручей. Опять что-то не так. Блин, я строил этот каблогенератор. Черт, 3 года назад. Да, проще. В жопу проще. Мне нужно эффективнее. Хотя, может быть, я просто его не достроил. Так, лава все равно жрет часть этой самой, блин. Часть каблы. Какая разница? What the fuck? Что такое, блин? Как... Почему у меня вода вытекает? Понять не могу, она нахер не должна этого делать. Да Иисус, блин, подери, что ж такое? Ё-моё, вон она где у меня его загенерила. Блин, нет, мне это не совершенно не это нужно было. Твою мать, вот сделал генератор, ё-моё. Так, значит вода не здесь, значит вода вот тут.
Очень веселые, блин, первые два эпизода будут про то, как я буду, блин, долбаться с этим генератором. Чёртовым. Мне нужно, чтобы рядом генерировались два блока. Так, раз, два, три. Поворот. Поворот. А, господи. Вы говно. Самое идиотское, что мне не нужен cobblestone генератор, по сути-то. Только на первый этап. Схему из стекла. Да один хрен. Я не помню нифига, как я эту хрень делал, блин. У меня вроде как вода была вот тут. Может, и стекла, я не знаю. Мне не нужен простой каблогенератор. Мне нужен, блин, двойной каблогенератор. Чтобы он по-человечески работал. Как бы с полужопными генераторами я уже ознакомился. Они сосут все чуть менее, чем полностью. Или чуть более, чем полностью. В зависимости от ваших религиозных предпочтений. И убеждений личных. Так. Ну, вода должна уходить в отверстие, верно? Чтобы она падала вот так. Лава должна подходить вот с этой стороны и с этой стороны. Может даже так, вот с этой стороны она не должна подходить абсолютно. Так, значит, мне нужно вылить лаву так, чтобы она вытекла вот сюда. Так, лаву я могу вылить, по идее, прямо вот сюда вот. Так, вот сюда и прям... Не, не так. Так, здесь получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, 6 блоков, да? Значит, вот так. Так. Потом еще воспроизвести это в креативе, в скайблоке было бы неплохо. Так, здесь мне не надо ничего. Да, до железа, наверное, нам еще явно далеко. Что, стрим по скайблоку и я стримлю креатив? Нормально. Ну что, работать-то будем, нет? Чудненько. Сейчас-то что не так? Видали? Хотите, я вам офигенный фонтан замострячу из лавы? Алло, вода, ты чё? Вода, ты пьяна. Что такое? О, теперь ты решила
Это все, это фейл просто. Нахрен. Это вода против меня, она не хочет сушить лаву. Ну что за хрень? Почему вода не хочет тушить лаву? Я сейчас показываю очень много неприличных жестов этой лаве. Вы этого не видите, но просто представьте. Что? Майнкрафт ломает стереотипы. Кто сказал, что вода должна с лавой при соприкосновении создавать камень? Кто сказал? Вообще, просто идиотизм. Да, помоги мне, пожалуйста, перепиши Майн на нормальный язык, чтобы он хренью не страдал. Не, оно вроде так у меня работало когда-то. Но, видимо, уже нет. Ладно. Он не хочет работать. Придется смириться с этим. Построить какое-нибудь убожество. Так, неправильно. Не знаю, там 5 лет назад у меня что-то подобное работало. А вот что именно, я уже хрен его знаю. Так, короче, сюда выльем воду, сюда выльем лаву. Давай, лава, спускайся, да, лава, мы тебя все ждем. Тренируем навыки перед скайблоком? Да хрен там. Просто это дерьмо отказалось работать почему-то. О, Диман. О, Диман. Читы? Кто про читы говорит? Какие читы? Че, курите что ли? Какие читы, господи? Если креатив, то это читы, то да, я читер. Блин, терпеть не могу будильника благенератора. Так, а здесь он вылезет, не вылезет? Да, вылезет, все нормально. Только вот где я сейчас возьму таблички? Да, блин. Где я возьму таблички, я понятия не имею. Ну ладно. Так. Примитив. Примитив. Блин, мне бы еще на полблока спуститься. Блин, ну или тупо на полблока подняться, конечно. Тоже как вариант. Думаете, первый раз было лучше? Ни хрена. Диман у нас 8 часов в муте посидит и подумает, что да, мы с ним не друганы, чтобы такие вещи в чатик писать. Нифига не друганы. Так, где-то вот так, да, мне надо будет стоять?
нет. Да япона мать. Хватит уже падать во все отверстия, которые я нахожу. Так, теперь мне надо будет сделать... Так, оно генериться будет здесь, да? Значит, надо еще повыше поднять на один блок. Так, чисто на всякий пожарный. Ау. Блин, главное, как там было, смысл в динамике. Главное, не навернуться. Эх. На что ж вы меня покидаете, милые мои досочки? Ну ладно, во имя науки. Во имя науки. Конечно же. Местами поменять воду и лаву. Вода течет, а лава в смысле... Ладно, сейчас проверим. Не то. Сорян, не то. Так, сейчас мы выложим эти таблички. Они мне пока что не нужны. Да и вот это не надо. Сейчас я быстро протестю. Просто ради прикола. Ну, уже все равно, я уже почти его достроил. По идее, как бы разница-то какая, казалось бы. Так, лава, уходи быстрее. Так. Так, ну попробуем здесь лаву, а здесь воду. И результат абсолютно нахрен тот же. Ах, вот оно что. Ах, вот оно что. Я же говорю, что оно у меня работало, блин. А вы не верили. Все, вот не буду больше с вами дружить, короче. Хотя логика, знаете, никакая абсолютно. Логика вообще никакая. Нет, то есть я понимаю, оно как бы встречает лаву, но оно рядом, почему бы ему ничего-нибудь не генерировать? Я уже 20 раз и перестраивать не буду. Перестраивать. Просто логика. Логика космическая, понимаете? А, но все равно улетает. Блин. Да, наверное, да. Наверное, товарищ был в чатике прав все-таки. Хотя, на самом деле, нет. Как я хочу, чтобы в Майнкрафте можно было ставить долбанные блоки просто вот снизу, черт возьми. Да господи Иисусе. Верните мне мою воду. Долбанное начало. Вот каждый раз скайблок, если ты начинаешь играть. Каждый раз это вот происходит.
Может, поэтому у меня генератор каблы так раньше медленно работал, а сейчас типа быстрее. Да, все дело в потоке воды. Блин, давненько я не брал в руки шашек, слушайте. Хороший вообще, хороший способ вспомнить былое. И научиться наконец-то играть в Майнкрафт. Так, нет, саженцы пока рано. Так, мне бы надо, наверное, куда-то в сторону отойти с этим всем. Так, в какую сторону? Давайте в сторону вот в эту, наверное, будем отходить. Подальше от генератора случайных смертей. И выращивать мы будем, наверное, большие деревья сразу. Или нет? Еще было бы неплохо. Блин, у меня... Ну, вы поняли, да? Ну, мне этого пока хватит. Пока. Я немножко потратил все ресы. Немножко все. Не, ну на лопату мне хватит, но мне это не поможет. И теперь надо что-то делать. Ау. Умирать, например, пока жду. Да, это не Sky Factory, подтверждать не поможет.